Дорогие друзья, добрый день. Продолжаем наши занятия с отработкой команд. Отрабатываем команду ко мне. Сегодня я с вами хотел поговорить о таких моментах, а точнее об ошибках, которые чаще всего делают, когда изучают данную команду. Вот, к сожалению, что скрывать, я сам не часто их повторяю. Но, как говорится, если ты знаешь, что это ошибка, ты можешь исправить ее и постараться больше ее не совершать. Итак, первая и самая распространенная ошибка – это когда команда повторяется несколько раз. Это не напрямую относится прям к команде, ко мне. Это относится, в принципе, ко всем командам. То есть, если хозяин, владелец собаки, отдал команду, то собака должна ее выполнить. Соответственно, если она многократно повторяется, то это уже непонятно, что за команда получается. Вот, значит, второй момент, что касается отработки команды. Значит, если вы произнесли команду, например, Прайд, он у нас там с Зоханом бегает. Прайд ко мне. Вот я говорю, Прайд ко мне! То есть собака не среагировала, потому что она занята, ей там интереснее всего посмотреть, что это, что там, она там что-то нюхает рядом с досками. Вот попробуем сейчас на Зохане. Зохан! Ко мне! А, вот Зохан побежал. Зохану интересней рядом со мной. Зохан получает вкусняшку. А Прайд? Прайд. Ну давай, Прайд, лапу. Вот, Прайд получает за то, что выполнил команду, лапу, вкусняшку, но не за то, что он ко мне прибежал. Значит, соответственно, отвлеклись. Значит, суть в чем? Если мы произнесли команду, ко мне собака на нас не реагирует. Значит, что можно сделать? Было бы ошибкой идти за ней, потому что это она должна к вам прийти, а не вы к ней. Соответственно, что можно сделать? Можно... Сейчас, вот она ходит туда-сюда. Соответственно, вот так будет лучше. Соответственно, что мы можем сделать? Мы, то есть, говорим команду там. Прайд, ко мне! И, конечно же, она подходит, потому что у меня вкусняшка. Ну, допустим, она не подошла. Ой, Юль, Зай, позови Прайда, пожалуйста. Вот, опять же ошибка. Несколько раз произнесена команда. Надо произносить обязательно один раз. Вот, смотрите, собака увлечена. То есть, значит, произносим. Подожди, не надо, иди к Паше. Прайд, ко мне! Вот, собака не среагировала. Что можно сделать? Можно сделать как? У собаки одна из любимых игр — это убегать, либо догонять. Соответственно, нам надо как-то привлечь ее внимание. Можно отбежать, то есть позвать собаку. Прайд! Соответственно, он не среагировал, что я не стал для него этим интересен, потому что его внимание отвлечено. Соответственно, что еще можно сделать? Можно позвать и присесть, потому что если мы изменим свое, мы присядем, мы должны стать более интересными для собаки, потому что это ее заинтересует. Прайд! Прайд! Нет, я имя его назвал. Прайд! Прайд! Вот, видите, я присел. Давай ко мне! Молодец, малыш! Вот, я стал для него более интересным, да, чем моя супруга, и, соответственно, они все прибежали. Шанс прибежал, молодец! Вот. Значит, еще один такой моментик. Лучше
ну, сколько, например, заниматься собаками. Вообще все зависит от темперамента каждого конкретного питомца, и не стоит как бы слишком много времени тратить на тренировку. Например, если вы гуляете по часу, то и, например, жестко по 30 минут тренировать какие-то команды. Лучше всего это будет происходить и усваиваться, если это будет сделано в игровой форме, как бы налегке, с позитивом. Собака это будет лучше воспринимать, потому что ей может надоесть. То есть одна из следующих ошибок получается, это утомить собаку. Не тем, что она физически устанет, ей просто надоест выполнять эту команду, постоянно к вам подходить, и она займется чем-нибудь другим. Да, ну вот, например, будет... Ну, шуруповерт и гвозди там, в доме. Например, будет вот играть с другими собаками. Он посмотрит, что там ласково роет. Соответственно, вот таким моментом у нас происходит тренировка. Еще вот такой момент. Если вы решили, ну, вот вы изучаете какую-то определенную команду, сейчас у нас эта команда ко мне. Можно, например, параллельно с ней изучать тоже какую-то... ну, команду, вот как я, например, подозвал Прайда и попросил ему дать лапу. Получается у нас что-то типа два в одном. Да? Ласка. О, красавец. Это что за красавец? Весь в красных пятнах. Да? Ты заинтересовался? Да. Соответственно, всегда идем всегда на вкусняшку. Вот. Тихо. Все, успокойся. Так, а вы, что ты можешь делать? Лапу. Подожди. Молодец, мальчик. Держи вкусняшку. Так, вот у нас еще есть Зохан. Но Зохан еще... эту команду плохо знает. Ну-ка, Зохан, лапу. Не хочет. Вот, Зохан, вот эта команда, вот так вот, лапа. Вот. Значит, соответственно, продолжим о типичных ошибках. Значит, еще одна типичная... А? Ну, еще пару минут и две. Так, еще типичная ошибка, когда мы подзываем собаку. Прайд! Ко мне! Вот она подошла. Да. Да, Прайдик уже без энтузиазма. И, например, собака подошла, и сразу ошибкой будет это вешать ее на ошейник. Ой, на поводок. Вот. И там, например, вы идете куда-то домой или куда-то по своим делам. То есть собака это может воспринять как негатив. То есть нельзя сразу, как она к вам подошла после этой команды, как-то ограничить его передвижение тем, что вы ее, ну, на поводок посадили. Соответственно, лучше немножечко поиграть с ним, Вот так вот, да. Красавец такой, чтобы он рядом с вами постоял. Вот он. Вот так вот, чтобы он забыл про эту команду, да, и после этого спокойно можете повесить на поводок, вот, и, ну, поводок у нас там лежит, вот, и, соответственно, пойдем, не кусай, вот, и, соответственно, пойдете там домой или куда вам нужно по своим делам. Вот это вот обычные типичные ошибки. А, вот, и еще такая одна из ошибок, это... собака должна, условно говоря, на прогулке сначала сделать все свои дела, естественные, которые ей нужно. То есть пописать, покакать. После этого, естественно, с ней можно заниматься и производить какие-то вообще любые команды там, или действия по тренировке. Потому что если собака не сделает свои дела, она просто не сможет сосредоточиться на процессе. И время будет потеряно. Как-то получается вот так вот. Вот, соответственно, уже получается 10 минут записи примерно.
больше смысла, да, больше пока делать не будем, потому что и так длинные видео получаются. Я продолжу дальше снимать. Мы будем разбирать ошибки, также на что стоит обратить внимание. Вот, соответственно, ну, как-то вот так вот. Вот, получается видео вот такие вот. Соответственно, пишите комментарии, что вы думаете, как именно вы своих питомцев тренируете. Будет интересно это узнать, да, Зохан? Вот. Соответственно, вот. Всем удачи. Увидимся в следующих видео. Пока.